27 марта во всем мире отмечается День театра. Тверские школьники, воспитанники театральных студий и кружков подготовили к этой дате свои постановки. Ученики гимназии номер 10 репетируют спектакль «Мальчик в полосатой пижаме» и пьесу Дениса Фонвизина «Недоросль». Подробности прямо сейчас. Театральная студия «Рампа» существует в 10-й гимназии уже 37 лет. Здесь занимаются школьники с 5 по 11 класс. Костюмы, декорации – все готовят собственными руками. Сейчас младший состав репетирует спектакль «Мальчик в полосатой пижаме». Это история дружбы еврейского мальчика Шмуэля и сына коменданта концлагеря Бруно. Бруно – сын немецкого офицера, очень добрый, немного капризный, но в процессе спектакля, если смотреть полностью, то Шмуэль кардинально его меняет, он становится намного добрее, намного лучше начинает относиться к людям. Роль далась, не сказать, что просто, потому что всегда нужно работать, всегда нужно вживаться, пробовать разные варианты. В конце концов, у нас получилось, и я думаю, то, что очень даже хорошо получилось. Младший состав театральной студии выпускает по 2 спектакля в год. Премьера «Мальчика в полосатой пижаме» состоится в начале мая. Сейчас юные актеры активно репетируют. У тебя корпус куда уходит? Ну-ка, замахнись, замахнись. Вот смотри. Раз. Корпус наклонился. Малый старый вот крючевка. Так. Уж я тебя делаю. Я опять нажалась матушке. Так она изволит тебе таску по вчерашнему. А это уже старший состав. Гимназисты ставят комедию Дениса Фонвизина «Недоросль». Артем Двоенко играет помещика Скотинина. В студии «Рампа» молодой человек занимается меньше года, но вполне успешно. Коллектив тут добрый, замечательный, душевный. Ну, то есть с ребятами пообщаться можно, дружим даже вне репетиций. Приобщаться к театральному искусству ученики 10-й гимназии начинают прямо с 1-го класса. Для начальной школы создан театр «Арлекин», а с 5-го класса юные актеры занимаются в студии «Рампа». Занимаемся мы серьезно и упорно. Занимаемся и постановкой сценической речи, пластикой сценического движения. Занимаемся артикуляцией, занимаемся дыханием. То есть ребята с большим удовольствием занимаются в театре-студии. На прошлой неделе воспитанники «Рампы» со своим спектаклем «Недоросль» заняли первое место на городском фестивале театрального искусства. В ближайших творческих планах у ребят участие в областном фестивале.